Так, это у нас земляника альпийская. Сорт называется Yellow Wonder. Желтое чудо. Кустики небольшие. Земляники на них очень много. Вкусная, очень ароматная вот здесь. Спрятал. Сладкая. Чем хороша? Ее семенами можно сеять в конце марта. Вот. И в этом же году она уже будет плодоносить, начиная с конца июля. Усов она не образует никаких. Вот кустики ровные. Очень зимостойкая. Растет, в общем-то, везде. У нас ее не так много.